Противопаводковые мероприятия спасатели и профильные управления начинают заранее. Проверяют гидротехнические сооружения, очищают стоки, оповещают жителей. В частности, сотрудники управления гражданской защиты мониторят реки. Особый контроль по традиции так называемым опасным районам – Мостовой, Сельди, Дачного, Боротаевки и Вырыпаевки. Так, первый завал из деревьев на реке Сельдь ликвидировали. Были обнаружены на реке Сельдь в районе поселка Дачного заторы из деревьев, которые в осенне-зимний период упали и в настоящее время перекрывают русло реки. Если такие деревья не убрать вовремя, то итог может оказаться плачевным для сотни жителей окрестных домов. А талая вода весной может подтопить жилища. Лед на Сельде очень тонкий, поэтому к устранению завалов привлекают специально обученных работников в водолазном снаряжении. Средняя глубина на реке 1,5 метра, поэтому заторы убирают с воды. Работы займут несколько дней, потому что изначально визуально был обнаружен только один завал. Сейчас их обнаружено уже 3. Площадь завалов значительная. Работы будут продолжаться до полного выполнения данных, до полного устранения данных завалов. На сегодня средняя толщина на реках региона установилась на уровне 38 сантиметров. На Куйбышевском водохранилище лед толще почти 50 сантиметров. Значение, как отмечают спасатели, соответствует показателям прошлого года. Анна Тищенко, Улправда ТВ.